Ой, перчик, ой, собака, ты сутулая. Перчик, иди сюда! Сосиску там! Подожгли, вот, все, подожгли, ставим сюда сосиску, ставим сюда кебаб и готовим. Какой прекрасный день, чтобы выйти на гриле, что-то приготовить. Вкусненькие такие сосисочки, кебаб берем. Опа, да, переворачивайся. Ну, да чё, опа, перевернулась сосиска, опа, кебаб перевернулся. Ждем. Ай, как пахнет, как пахнет, пока жарится. Добро пожаловать в новую серию дома от Катеридзе. А чувствуешь запах? Чувствуешь? Я могу забирать. Опа! Пожаренная сосиска. Опа! Пожаренный кебаб. Ну, всю жизнь мне вот этого не хватало. Перчик! Я тебя тут жду. Ой. Ой, как хорошо. Ядрить батон мой. Двухметровый. Ты издеваешься, суслик травяной? Ты чё там опять... Слушай, он меня выбесит, вот реально он меня выбесит. До греха доведет. Да я ж его вырежу. И всю его семью из... Я слишком грубо, наверное, прозвучало. Но это правда! Ладно, все. В этой серии я тебя так затрою, то что тебя просто в ментовку заберут. Ладно, хорошо, ничего страшного. Я потом это все сожру. Вот, жарься дальше. Надеюсь, то, что не сгорит. Идем в подвал сразу же. Я заберу все нужные мне... Ёпресеты. А чё так здесь много паутины у меня образовалось? Надо бы это все очистить. Кстати, паутина мне, возможно, пригодится. Пауки здесь! Фикс-фикс! В этой серии я подготовил много всяких крутяцких ловушек для него. В первую очередь, это фейковая алмазная руда, которую я поставлю вот сюда. Вот она. Опа. То есть, если ты сломаешь эту руду, то ты не получишь алмаз. Она взорвется. И надеюсь, что оторвет этому бандюгану кое-что. Он пойдет сначала сюда в подвал 100%, потому что я для него открою дверь, и он такой, опа, открытые двери. И зайдет сюда в подвал, а когда увидит алмазную руду, 100% захочет ее себе затараторить. А, кстати, я же забыл переименовать. У меня есть отравленное зелье. Все эти предметы я заказываю там с одного сайта, не скажу какого, специально, знаю, что просто защищаться от бандитов. Во что переименовать это зелье? Может просто, опа, реально просто, Кока-Кола. Мне кажется, как только он это увидит, 100% захочет это выпить. А это я поставлю в мой холодос. Потому что он пришел 100% на запах кебаба и на запах моей сосисочки. Я это поставлю вот сюда. Он заберет и... Ну, не бухим станет, а траванется. Так, что мне сделать? Надо его как-то будет заманить вот в эту комнату, потому что у меня есть еще шипы. А, кстати, вот как я его заменю в эту комнату. Вот здесь я поставлю как раз-таки вот эту паутину. Кстати, вот она мне и понадобилась. Опа, опа, вот так вот. Сейчас, дать самое главное, ёханый бабай, мне перепрыгнуть. А то он зайдет. После этого я ее забаррикадирую, ну или вылью сюда лаву. Я не знаю, что-то одно из двух. Пока он будет здесь, я побегу на улицу и установлю там вот эти мины. Да, но это еще не все. Как я его заставлю потом выбежать на улицу? Так, это мы поставим в последний момент. Как мы его заставим выбежать на улицу? У меня есть... У меня есть кое-что хорошее, как ты можешь заметить. Смотри. Это... Это сигнализация! Я его так спалю, то что он подумает, что его все менты этой планеты спалили. И сразу же начнет убегать, сразу же начнет убегать, потому что ему страшно будет 100%. Эти двери я закрою, сюда поставлю блоки земли, чтобы он попросту не смог отсюда выбраться. Он побежит на задний двор, где его уже будут ждать мины. Хорошая идея. Так, давайте мы в первую очередь сюда поставим еще раз. Опа, паутину. И сюда паутину, чтобы он не вздумал забираться на второй этаж. А сейчас идем его ждать и дальше продолжать жарить сосинчики. Ой, пускай они там жарятся. О, как хорошо. Просто тянем время, пока он явится. Ну где ты, бандюганчик? Появляйся, давай, я тебя... Опа, ходит. Пока он там ходит, я хочу тебя попросить подписаться на канал, если ты еще не подписан. Мы просто договариваем ему зубы, но я на самом деле пока что с тобой разговариваю. Подпишись, пожалуйста, на канал и поставь лайкукусик, конечно же, поставь лайкукусик. Не трогай осла, не трогай осла. Нет, ты смотри, он с топором на осла. Ты что, ты... Живодер.
Я ж тебе сказал то, что я всю твою семью вырежу. Сейчас так и будет. Подпишись, пожалуйста, на канал для того, чтобы отомстить этому вору. Все! Сейчас он сюда должен будет прийти. Давай, воришечка, давай, я тебя уже жду. Опа, сундучок. Опа. Зелье невидимости. Ап, 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 ап. Не дадут мне сосиски даже дожарить. Где? Сосиски не трогай! Не трогай сосиски! Я ж тебе... Ладно. Давай, давай, давай. Ага, хорошо. Ты смотри, какой... Ты смотри, какой... Оп, он уже пошел, кстати, туда. Какой разбойник. Хорошо то, что я двери там... Ой, ой, двери сами открылись. Все автомат, все автомат. Автоматические двери. Хорошо, что он сюда пошел. Сундуки, не трогай сундуки. Не трогай сундуки. Я сказал, сундуки не трогай. Он меня видит? Нет, я в невидимости. Не трогай сундуки, я сказал. Ты смотри, сосиску вернул. Верни сосиску. Верни сосиску. Слушай. Не вздумай тушить. Не вздумай тушить. Все, молодец. Опа, алмазик, да? Алмазик. Давайте подальше отойдем. Он меня ударил случайно. Ты как меня... Испугался, небось. Испугался. Так, дайте я вот это все заберу себе. То, что там выпало. Опа, как прекрасно. Как хорошо. Какая хорошая ловушка. Слушай, я тебе сказал, не вздумай тушить. Только попробуй сюда вернуться и затушить это. Я твою жизнь затушу потом. Так, он идет сюда. Он идет сюда. Быстренько, давай, 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 давай. Сюда на второй этаж он 100% не должен пойти. Поэтому он должен пойти вот сюда. А, нет, точно, кухня. Все, автомат. Автоматические двери, сенсоры везде, сенсоры, да. Давай, давай. Сенсоры, сенсоры, двери сами открываются. Да, давай, 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 давай. Не трогай, это отравленная оливьешка. Если не хочешь стать зомби, лучше ее не трогай. Давай, кока-кола. Только не ломай ничего. Он стул сломал, или мне показалось? Слушай, воришка, ты... Хватит ломать мою кухню! Холодос, холодос, холодос. Заглядывай в холодос. Он сейчас здесь все сломает. Опа. Опа, заглянул. Чё там? Зелье, да, какое-то? Да! Дебила твоя мамка вырастила, дебила! Все, давай, валим отсюда. Давай, я ему намекну, что нужно отсюда валить. Давай, все, автомат, автоматические двери, все закрывается на второй этаж. Хотя, можешь, если честно, попробовать пойти на второй этаж, но там как бы много паутины. Давай, давай туда топай. В правильном направлении движешься. Посмотри, что у меня здесь в комнате. Я не знаю, возможно, у меня вот в этих сундуках куча алмазов. Так, быстренько закрываем его прямо сейчас. Закрываем его прямо сейчас и топаем на улицу. Так, здесь на улице я прямо сейчас установлю мины. Где мин? Он все сломал, сволочь-то такая. Сюда я поставлю одну мину. И сюда поставлю одну мину. Он испугается потом сигнализации, выбежит на улицу и взорвется. Все. Хватит мусорить у меня здесь дома. Так, давайте его выпустим отсюда. Мне кажется, он уже там испугался то, что его закрыли. Пацаненок, ты где? Давай, 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 давай. Оп. Опа. Иди, 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 иди сюда, я тебе сам все помогу. У меня уже кончается зелье невидимости, сколько? 2 минуты 40 секунд. Да здесь ничего нет, здесь ничего нет. А тебя здесь никто не ударит, никто не ударит. Апа. Апа-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 
пойдешь. А здесь тебя уже кое-что ждет, и моя картина. А, нравится тебе? Нравится картина? В прошлой серии понравилась, так что он даже ее забрал. Не вздумай ее трогать. Смотри, какая здесь... Я сказал, не вздумай ее трогать. Только попробуй. Я знаю, то... Ой, играешь с огнем играешь. Со смертью играешь просто. Кнопка, да, какая интересная, рычаг. Непонятно, да? Ну, хорошо, здесь ничего нет. Что тебе так интересно, что это там? Интересно, значит, да? Спалили! Спалили мусора! Да, 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 да! Спалили, спалили мусора! Чекай, чекай с городу, чекай с городу! Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй! Подожди, здесь же еще одна есть. Ты еще вот эту не взорвал. Как, можно ее как-то взорвать? Я бы... Вот! Ёшкина матрешка. Ты где?
Ну, слушай, ну, я взрываю тебя уже вторую серию подряд. Ну, ты сдохнешь наконец-то уже. Давай тогда сделаем еще вот так. Я поставлю тебе вот сюда алмазную руду. Давай сделаем. Давайте просто докопаем его до самого центра земли. Опа! Чувак, ты аж на ноги стал. Мне кажется, я тебя оживил из-за этого, да? Ой, жив ты, значит. Подожди. Мне кажется, что просто уже наверняка. Давайте самое последнее. А, все, хватит. Так, все, можно выбираться. Мне кажется, хватит этому чубзилету страданий. Я, конечно, здесь... Ё-пересете. Сейчас бы все, конечно, это застроить. Но много времени на это уйдет. Ты там сам застрой это все. Сам яму вырыл. Сам умер, сам себе могилу и копай. Ой-ой-ой-ой, чак, подожди. Сейчас реально полиция сюда наедет. Нужно выключить сигнализацию. Все, тихо. Спасибо. Перчик, ты там не испугался? Не, все нормально? Ну, конечно, у тебя... Ой, икнулось хорошечно. У тебя вообще здесь дверь открыта. Ты вообще никогда в этой жизни ничего охранять не будешь, да? Никто никогда не узнает, что находится в этом секретно-секретном секрете. Никогда. И никто никогда не узнает код для того, чтобы открыть этот суперсекретный сейф. На этом мы будем заканчивать эту серию. Я сейчас пойду на улицу. А где мой новый гриль? Где мои сосиски? Перчик, ты со мной? Я тебе дверь оставлю открытой, если что. Давай, забегай. Я пойду на улицу. Новые сосиски себе пожарю. А тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Ставь лайкусик, если хочешь видеть новую серию. Я не хочу на самом деле, чтобы этот бандюган уже никогда в моей жизни не возвращал. О, кстати, откуда у меня кофе здесь на столе? Только сейчас заметил. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи. И всем желаю кружку кофе, кто сейчас подпишется на канал. Пока.